Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, и все еще в видео мы отправляемся, черт возьми, в ад. И совсем скоро мы узнаем, что нас там ждет. Итак, первый взгляд по игре Агония. Поехали! Каждая загрузка в этой игре сопровождается какими-то отрывками из писаний. Падение. Это последнее, что я помню. Вспоминания разрывают душу, измученные бесконечным пылающим огнем. Тело повторно заменяется в пепел, обнажая ткань, которая покрывает разорванные кости. Я падаю в самое черное место, где свет вызывает боль, а мрак приносит облегчение. В начальном ролике, по всей видимости, нам показывают, как мы попадаем, собственно, в это место, но максимально криповый ролик, если честно, уже вызывает ужас и страх перед тем, что нам предстоит. У меня просто, знаете, нету комментария по поводу того, что нас ждет, но, судя, как я уже сказал по ролику, уже можно понять, что ничего хорошего. Какие-то души, все что-то горит, сияет, полыхает. Агония. Так, ну что ж, ребят, мы начинаем. Вот такое вот страшное криповое место, по всей видимости, вернуться назад нельзя. Ну что ж, хорошо. Я вот, знаете, единственное, что не понимаю, так это то, что... Что бы я делал, допустим, если попал в ад? Наверное, бы не шел туда дальше, да? То есть остался бы где-то здесь. По крайней мере, никаких демонов здесь нету, которые пытаются порвать тебе жопу. Хотя, с другой стороны, ты уже умер, что может быть хуже? Посмотрим. Чтобы взаимодействовать, нажмите Q. Ха, мало тут я, по всей видимости, огня, да? Нам еще нужен факел. Пока визуально очень сильно похоже на что-то типа, не знаю, игры Doom. Там тоже такие места были. Но должен отметить, что в этой игре есть сложность. А раз есть сложность, значит будут противники. То есть это не просто как это бродилка-ходилка. Ну зачем? Ну зачем ты туда идешь? Ну неужели нельзя было остаться там? Зал суда. Так, чтобы увидеть, куда нужно двигаться, хорошо, понятно. Зал суда. Так, нас уже должны были осудить, раз мы сюда попали, в это место. Так, здесь, по всей видимости, будут какие-то записки. Подготовка проходит успешно. Я избавился от тел семи невинных и использовал огонь. Понято. Какой-то Люцифер, похоже, пишет записки и сообщает о том, что он там сделал. Такой личный дневник. Как бы это страшно не звучало, а дневник сатаны. Здесь, похоже, чего-то не хватает. Хорош, попробуем. Вот, уже лучше. Но, по всей видимости, для того, чтобы открыть двери, нужно найти еще какое-то сердце. Да, так просто нас сюда не пускают. Ну что ж, хорошо, будем искать следующее сердце. Говорят, отправляйся наверх. Здесь чего-то не хватает. Хорош. Так, проход еще вниз есть, но, по всей видимости, я вот не знаю, куда нам все-таки лучше пойти. А одно радует то, что здесь никого нету. То есть нет никого, кто бы мог нам порвать жопу. Надеюсь, я не расшибусь. О, хорош. Это что за чудо-юдо? Я думаю, что в этом месте вообще ничему не нужно удивляться. То есть каким-то монстрам, еще чему-то. Зеркало души — это особый артефакт, в котором можно хранить свою душу.
Так, ну в ад-то попала наша душа именно, а не тело, как мне кажется. Заброшенная тюрьма. Тюрьма душ, по всей видимости. Куда иду, что делаю? А ты можешь нажать Ctrl. По всей видимости, вначале такое небольшое обучение будет. Могли, знаете, сделать из стен, чтобы руки торчали, там мертвецы какие-нибудь, еще что-то было такое в стилистике, да? Но, как я уже сказал, это только лишь начало. Я думаю, что дальше будет все только хуже. И дальше нам покажут боль и унижение. Отлично. А когда у тебя есть факел, ты можешь использовать его, чтобы поджечь некоторые объекты. Ну, кстати, факелом можно еще также отбиваться, по всей видимости. Все-таки придется нам это делать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чувак, ты уже в аду, что ты там? Испытываешь какие-то боли. Боль от горения. Давайте возьмем еще факел, а не хочет брать. А, вот ты где. Так, ну что ж, хорошо. Что это за хрень вообще происходит здесь? Я вот одно не понять не могу. Если мы уже попали в ад, то куда мы идем, собственно, да? Неужели можно выбраться отсюда? Гори, счастье ты мое. Так, а это что за херня? Использовать ее нельзя. Ну что ж, а по квесту нам нужно двигаться туда. Давайте немножко осмотримся, посмотрим, что здесь есть. Факел я, насколько я понял, просрал. Ну что ж, окей. Так, можем новый взять или не можем? Можем. А это тюрьма. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Ну да, нам же писали, что мы попадаем в какую-то тюрьму. Сейчас мы тут всех выпустим, все души, да? И, может быть, они нам помогут. Проход в стене. Куда иду, черт его знает. Ё-моё, что это за хрень такая? Нам говорят вроде вернуться, но меня это не останавливает. Так, похоже, я упал в какую-то пропасть, и теперь нам придется пройти это место по новой. Что там за хрень происходит? Я все-таки хочу пойти туда, куда я, собственно, двигался, да, и упал. И посмотреть, собственно, что там есть. Но туда не по квесту, поэтому... А, это вдвойне интересно, посмотреть, что же там такого. Но если, собственно, какие-то персонажи не будут на нас нападать, то я не думаю, что есть смысл их трогать. Максимально крипово. Ладно. В следующей, по-моему, клетке, да, здесь должен быть проход. Давайте немножко осмотримся еще максимально быстро. Потому что в проход мы всегда успеем. И вообще, нам туда не по квесту. Ой-ой-ой, нихера себе. Тут просто как в Доктор Стрэндж, да? То есть меняется пол, потолок. Но пройти дальше нельзя. Тут, я так понимаю, просто нужно перепрыгнуть. Во, хорош. Напомню, что сюда не по квесту. Так, надеюсь, мне хватит кислорода, потому что... Я так понимаю, что плыть нам предстоит долго. Вопрос только, куда я плыву, черт его знает. Так, куда-то мы с вами приплыли. Нам постоянно сообщают о том, что типа вернись назад. Успеем, вернемся еще. Какие наши годы? Что это за хрень такая? Жесть. Это противник или кто это? Ху-ху, хорош. Что-то я упал вниз и теперь не могу подняться наверх. Здесь везде какие-то уступы. А по всей видимости придется идти дальше.
Так. Ну там что-то светилось, и я не успел это подобрать. И сюда уже поквестую. Давайте попробуем вернуться. Посмотрев вверх, можно заметить свечение. Интересно, это солнце или что это? Так, а статуя стоит, не двигается. Хорошо. Потому что она очень сильно какого-то противника напоминает. И будем надеяться на то, что она все-таки будет стоять на месте, да, и не рыпаться. Потому что оружия у меня никакого нету. Куда иду, черт его знает. Что-то светится. Ну-ка. Еще что ли статуэтка? Ты нашел статуэтку, хорош. Только вот ни хрена не видно. Ну что, ребят, давайте попробуем перепрыгнуть. Я уже даже немножко жалею, что я отправился в это место, потому что здесь так темно, и пока непонятно вообще, куда нужно идти. Так, ну что ж, да будет свет, что называется, да, здесь уже как-то получше. Это что за огромная статуя? Самое главное, чтобы эти статуи не оживали, потому что это квест просто номер один. Да, похоже, вернулся на это место. Так, а до туда нам так просто не добраться. Ладно, я не буду уже второй раз переплывать, а по крайней мере пытаться через реку, потому что я упал, и потом пришлось долго возвращаться назад. Поэтому давайте просто отправимся дальше по квесту. Ох, чует мое сердце, что не стоит сюда идти, но у нас не остается никакого выбора. Нам придется сюда отправиться. Зал суда. А, так мы вернулись, получается. Хорош. А, по всей видимости, нам нужно еще на эту чашу положить сердца, которые мы нашли. Здесь чего-то не хватает. Вернулся назад, а раздобыл еще одно сердце, которого нам не доставало. Ну, по всей видимости, да, проход открывается. Зачем только мы туда идем, черт его знает. Sanctuary of falls and agony. So much sin and flesh. It's so disappointing. Да уж, место просто максимально жуткое. Зачем мы идем куда-то, я вообще не понимаю. Мы уже умерли, мы попали в ад. Но неужели нельзя было оставаться там, где мы, собственно, появились? Что за хрень происходит здесь? Но опять же, здесь вообще в принципе ничему удивляться не стоит. Это ад. Хуже уже быть просто не может. Или может в аду тоже есть, скажем так, куда падать еще глубже и ниже, да? Лабиринт безумия. А ты нашел плод познания. Теперь нам доступно очко навыков. Давайте посмотрим навыки. Позволяет выдержать слабые атаки, громкость звуков. Давайте прокачаем. Ну, по всей видимости, знаете, это игра типа амнезии, да? То есть противников по большей части мы не можем бить, только должны убегать. Во время своего путешествия ты встретил множество преград. Иногда достаточно сделать лишь шаг вперед, чтобы открыть новую тропу. Но, по всей видимости, нам просто нужно спрыгнуть. Так, ну что ж, вроде живой, если так можно вообще выразиться. Очередная душа, давайте ее поглотим. Фу, какая гадость. Рука только осталась. Так, а это что за хрень такая? Сигны, это незавершенные знаки. Найдите соответствующий сигн и нарисуйте недостающую часть, чтобы совершить ритуал. Так, ну что ж, нам нужно дописать к этой детали еще какую-то. Но чтобы ее дописать, нам, собственно, еще нужно найти. И по квесту нужно продвигаться вперед. Ну что ж, хорошо, давайте поищем тот знак, который нас просят дорисовать. А, вот знак. Хорош. Ну что ж, теперь у нас есть символ. Осталось только разве что его дорисовать. Я почти был прав с двумя палками. Чик, чик. Готово. Двери открываются. Следующая станция, следующий круг ада.
Я на самом деле вообще не понимаю, зачем мы собираем всякие сердца, черепки, череп подобран. Зачем это? Кому это нужно? Что за хрень? Ну такую тварь мы уже видели, только она стояла и не двигалась. Демоны полагаются на свои чувства, изучи поведение своих противников и используй окружение, чтобы эффективно с ними справляться. Нажми Alt, чтобы задержать дыхание, так тебя не услышат. Но нам нужно двигаться вперед. А, спалило! В агонии смерть является частью твоего путешествия. Воспользуйся своим астральным телом, чтобы найти и завладеть податливым персонажем до того, как твоя душа исчезнет. Хорош. Ну давайте поищем какое-нибудь это тело, в которое можно вселиться. В тебя можно? Нет, по всей видимости. Нужно это делать, я насколько понял, максимально быстро, потому что у нас крайне мало времени. Но никаких душ я здесь не вижу. Кого бы вселиться-то? Вообще никого нету. Жесть. Пытаюсь пройти максимально тихо, так, чтобы она не запалила. Но она где-то здесь ходит. Так. Самое главное не издавать звуков. Следующий череп. Я стараюсь максимально прислушиваться к окружающим звукам, потому что она как-то топает, по-моему, когда двигается. Вот кто это стоит впереди? Так, ну что ж, вроде проскочили. Давайте возьмем факел, хотя, по идее, факел нас должен выдавать, потому что она будет полагаться на чувства. Спалило, 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 похоже. Вот ты сука. После пары проигрышей меня вообще конкретно вернуло назад. То есть я уже в тюрьме, с чего мы начинали, собственно. Но это жесть. Получается, у тебя есть несколько попыток. Если ты не справляешься, да, то тебя забрасывают на более позднее сохранение. Ну что ж, давайте как-то подытожим. А в общем, как я уже сказал, это такая бродилка, где есть также противники. И, по всей видимости, как в Амнезии, придется пытаться сделать так, чтобы они тебя не увидели и не услышали. Иначе попросту порвут тебя жопу. Игра выглядит максимально крипово, при том, что это только начало. А если учесть там трейлер, который есть, да, в интернете, то там все намного жестче. Там и демоны, и дьяволы, и чего там только нету. Так что будем надеяться, ребята, что если это место все-таки существует, то мы сюда никогда не попадем. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. Ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.